Привет-привет. Прежде чем вы приступите к просмотру тихой популярной механики, я хотел бы сообщить вам некоторые подробности. Особенно для тех, кто не видел легендарную передачу «Ленин Гриб», которую мы сочинили вместе с музыкантом и композитором Сергеем Курехиным, чья безвременная смерть была абсолютным шоком для нас, для всех его родственников, друзей, знакомых, близких и поклонников. Столько солнечной энергии было в этом человеке, что казалось, он будет жить вечно. Он умер от какой-то редчайшей болезни, саркома сердца, и все силы земные наперебой пытались спасти его, но не смогли. Силы небесные прибрали его к себе, как они поступают часто со своими любимцами, как они сделали это с Моцартом. Кстати, фильм Милоша Формана «Амадей» был любимейшим фильмом Сергея. Он плакал, когда смотрел этот фильм, как будто в судьбе Моцарта видел что-то предначертанное для него самого. Моцартианское начало вообще было очень сильно в его творчестве. Он любил шутки, радости, смех. Его популярная механика была пронизана этим весельем и смехом. Он сталкивал лбами несовместимое с жизнью, и ценности, которые окружали его, превращал в единицы ритма. Конечно, такое возможно только в эпоху перемен. Сказать, чтобы я был специалистом в области какого-то вот углубленного понимания музыкального мира. И, конечно, все те аспекты, которые, так сказать, он затрагивал, и все те большие формы, в которых он участвовал, мне трудно оценивать в смысле музыкальном. И я больше понимаю его трансформацию как человека, потому что мы достаточно тесно с ним общались и виделись ежедневно, и, в общем, я был свидетелем, так сказать, всего, что с ним происходило, за исключением, когда он ездил там на гастроли куда-то за границу, или когда они углубленно там с Гребенщиковым что-то пытались сделать. Сначала у них это очень хорошо получалось, мы знаем, пластинку «Радио Африка», которая, в общем, очень сильно подняла статус аквариума еще сама по себе, потому что как бы присутствие Курехина в любом проекте очень сильно поднимало статус этого проекта, его качество и его мощь, что называется. Потому что от Курехина, конечно, исходила невероятная мощь. Вот это вот очень важно. Очень важно просто знать, что появление Курехина даже просто в комнате меняло ситуацию. Люди могли говорить о каких-то простых вещах, или сложных, или заумных, или каких-то еще, но когда появлялся Курехин, все менялось. Потому что возникал совершенно другой разговор, возникал совершенно другой уровень отношения к реальности и отношения даже внутри того коллектива, в котором он появлялся. Поэтому не только менялся он сам, но он вот умудрялся менять и все вокруг. И люди становились другими, и реальность преобразовывалась. Приехал.
Халифат распался. Зеленое знамя пророка между Тигром и Евфратом. Карфаген держится из последних сил. А теперь Агадирский инцидент. Что об этом говорят наши неофициальные источники? Из неофициальных источников стало известно, что доктор Фаркас, не совсем одобряя политику эрцгерцога Фердинанда в Иерусалиме, отправился в Сараево для создания возможности попытки расчленения Боснии на сербов и хорватов, несмотря на мусульманизацию Герцеговины болгарами. Интересно, что на нашем месте сделали бы евреи? Ведь еще вчера Михельсон написал Дрейфусу о том, что денег на это он не пожалеет. Цепкин убиенная! Чапаев! Чапаев убиенный! Шверник! Шверник убиенный! Шар! Шар! Знаете, я редко про кого могу сказать, в общем-то, жизнь уже длинная очень, вот, что это гений. Вот Сережа на меня производил впечатление гения. У него все весь антураж его жизни. И антураж этот вызван существенными движениями души и этого самого. Они все... Я не встречал больше таких людей. Сережа, он не мог прожить 10 минут, не произведя чего-то. Вот он такой, ну, как Маяковский, да, писал там. Человек-пароход, человек там. Самый. Вот Сережа был человек-пароход. Он никогда в жизни не останавливался. Да я подумаю, допустим, нормальное, да. Он такое ощущение, что он не думал вообще. Конечно, наиболее мощная история – это история, связанная с поп-механикой. Это его детище, это его ноу-хау, это то, что, в общем, из разряда невиданного, из разряда непонятно, как вообще появившегося и как, в принципе, существовавшего. Потому что
Как мы знаем, в поп-механике участвовало колоссальное количество людей, и они были разными, они никогда не повторялись. Каждый раз это было что-то совершенно новое. Это не имело отношения, как мне хотелось бы думать, к вот этому вот псевдоинтеллектуальному актуальному искусству. Это скорее было по-настоящему нечто новое, что объединяло в себе и традицию, и современность, и какие-то футуристические вещи. То есть это фактически было некое открытие вот в этой музыкальной области, музыкально-театральной даже, я бы сказал. Постепенно он вводил туда еще и смысловые вещи, связанные с речью, связанные с какой-то драматургией. И эта история, она очень сильно развивалась. И раз от раза она все время переходила на новый уровень. Разве мог я подумать, мог поверить тогда, то, что с юностью нашей расстаюсь навсегда. Подняться и не встать из огня. Что ж, этот старый всюду ищет меня. Будто вновь мы с тобою полутемном кино. Это было недавно, это было давно. Это было давно. Место Курехина в русской культуре второй половины 20 века так и называется. Курехин. Он не похож, он никуда не лезет, ни в какую, его пристроить в компанию невозможно. Вот мне уж казалось бы, свои люди там, Боря, Витя, Цой, там, значит, это самое, непристроенные. Причем гениально одаренный пианист был, например. Гениально одаренный. Там в конце «Трех сестер» играет Вершинин, по-моему, да. Вершинин на рояле играет. Чем я не знал, то ли Шопена, то ли Грига, там это самое. И Сережа как-то говорит, ну давай это потом запишем. А мы писали всю ночь. И часа в 5 утра
уже у всех физиономии распухшие от усталости от всего дела. А Сережа, значит, сел за рояль. Он говорит, давай сначала тебе Шопена поиграю, а потом, значит, то, что ты просил. Потом Грига. Это был восхитительнейший концерт. Восхитительнейший. И гениально, что вторым слушателем его, ну, кроме технических работников, был другой гениальный композитор Олег Каравайчук. Он несколько раз делал вид, что он что-то забыл в студии, и так, заложив руки за спину, проходил деловой походкой из одного конца студии в другой стендарт. Да, да. Слушал. А вот он какой-то грустный такой, очень спокойный. И сказал только одну вещь. Я ведь тоже очень люблю мелодии. И я говорю, ну, и я мелодия. Он говорит, пойдемте к роялю. Я чувствую, не надо, говорит, никаких слов. Такой вечер, говорит, давайте никаких слов. И мы подошли, там пианино стояло на этой даче голубой. На набережной Крестовки, по-моему, да. И мы играли. Он мне играл, а я ему играл. Именно мелодии. Именно мелодии, да, просто импровизации какие-то. И вот тут-то я поняла, что то, чего я не видела в нем никогда, романтика. А то, что я романтик, он, видно, прощухал это с самого начала. То есть, как бы я не изображала, так сказать, там, не делала маски сильной женщины, там, входила в образ той или иной героини песен, все равно я в душе оставалась романтиком. Я ему еще сказала, Сережа, знаешь, я, наверное, остановлюсь по многим причинам, потому что такие чувства у меня какие-то всю меня разрывает. И хочется петь, и не хочется петь, и противно петь, и не знаешь, о чем петь, и кричать там тяготах жизни, на социальные темы, я могла бы, наверное, но эта ниша занята, я говорила, сюда Шевчуком уже, все, говорю. Я говорю, наверное, это мне и не надо. Я говорю, вот это не хочется, я должна в себе разобраться. Жизнь такая, это доступно все это, и в попсе, и в роке, и ничего не понимаю. Я говорю, вот давай, когда я возьму эту паузу, тайм-аут, я говорю, мы с тобой спокойно там встретимся, и, наверное, что-то захочется сделать совсем новое, повернуть мозги в другую сторону. Он говорит, вот хорошо, и мне тоже надо остановиться. Он говорит, я тоже куда-то забежал, и это был такой вечер гениальный просто. Просто гениальный. Недельку до второго я уеду в Комарова поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну, и на море буду разом кораблем и водолазом, сам себя найду в пучине, если часом затону. На недельку до второго я уеду в Комарова, сам себя найду. Конечно же, все знаменитые музыканты, и Гребенщиков, и Цой, и все остальные с огромным удовольствием принимали участие во всех поп-механиках, потому что Курёхин был, ну, настоящей величиной, и ему не то, что нельзя было отказать, а никому и в голову это не приходило. Все с таким энтузиазмом встраивались в те фантасмагорические системы, которые он выстраивал, и всегда до самого последнего момента не было ясно вообще, что это будет, даже ему самому.
В этом было такое количество импровизации, такое количество энергии, что люди испытывали все возможные эмоции от невероятного гедонистического наслаждения, утонченного до натурального животного страха. И это, конечно, производило очень сильное впечатление. И даже когда начались вот эти перестроечные все тенденции, то та оторопь, которая возникла у власти и у тех, кто принимал всякие решения, связанные с разрешением этого всего, там в концертном зале «Октябрьский» или где-то еще, это было удивительно. То есть Курехин обладал еще таким удивительным воздействием на вот этих вот людей, что в результате дошел до того, что он просто впрямую им говорил: «Слушайте, ну уже сделайте меня министром культуры, и вы увидите, что начнется». И, конечно, была, конечно, колоссальная с их стороны ошибка, что они этого не сделали. Потому что мир бы был вообще совсем другим сейчас. Ритуальные убийства. Помпезность, с которой Фаркас обставляет свои преступления, поразительна. Он окружает человека магическими знаками и символами, из которых у него нет выхода. И тогда человек становится перед лицом смерти один на один. Как правило, он присылает курьера. Курьер появляется неожиданно. А вот и он. Mi jefe, hemos secuestrado un paquete cerca de Caracas. Бабилон и Мегали. Ке Генета, Катикитирион, Демонион. Это белые марокканские карлики. Последний раз я видел их в Гаге на конференции. Их появление тогда в корне изменило исход встречи. Равновесие было нарушено, и все переговоры о мирном разрешении конфликта зашли в тупик. Война стала реальностью. Механики были, как мы знаем, и в Швеции, скандальные весьма. И в других каких-то странах. Так что эти истории, это не были местечковыми историями, как вот некоторые музыкальные группы существуют, но они существуют только, так сказать, для внутреннего пользования. Курехин — это было, конечно, международное явление. И он много гастролировал с известными музыкантами. И, в общем, тут нельзя его рассматривать как чисто отечественное явление. То есть эта фигура была международного масштаба. В этом мире бушующем есть только миг. За его и держись. Есть только миг. Между прошлым и будущим. Именно он
есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердцу вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, удивительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, удивительный миг. А теперь из Финляндии перенесемся в Ленинград. Его вот-вот переименуют в Санкт-Петербург, но пока мы живем в СССР. Сейчас на дворе май 91 года. Не пугайтесь, дорогие будущие гости нашего города, нынче Невский выглядит совсем иначе. Главная улица северной столицы полностью отреставрирована. Исчезли торговцы спиртом рояли, носками, нет мусора. На проезжей части дорогие иномарки, да и пешеходы одеты вполне прилично, особенно молодежь. К чему я это говорю? Да потому что в мае 91 года я снимал свою первую передачу из цикла «Тихий дом», которая вышла в эфир ленинградского телевидения 17 мая. Передачу, которую сперва в народе, а потом в прессе, а теперь в сетях окрестили «Ленин грипп». Главным гостем передачи был герой моего фильма Сергей Курёхин. Вот я и решил перед тем, как продемонстрировать вам несколько фрагментов легендарной передачи, показать эти кадры, чтобы вы прониклись атмосферой того весеннего дня, когда в воздухе было разлито предчувствие грозных перемен, партийное начальство находилось в состоянии растерянности, а в витринах главного магазина города были выставлены исключительно банки с томатной пастой. То, о чем я буду говорить сегодня, это просто основная тайна Октябрьской революции. Потому что не все так просто в революции. И меня всегда что-то в ней удивляло. И какая-то загадка все равно оставалась загадкой. Я сейчас поясню, чтобы вам было более понятно. Вот обратите внимание. Вот фотография Ленина в его рабочем кабинете. Посмотрите сюда. Видите, никто из исследователей не обращал внимания на тот странный предмет, который находится у него рядом с чернильницей. Вот он. Видите, сверху у него такая верхушечка. Напоминает нам маленькую летающую тарелку. Ну, грубо говоря, в общем, да. Но поразительен тот факт, что Ленин, человек, которому посвящены миллионы монографий, исследованы каждый день жизни его, творчества, и все ученые, исследователи обошли внимание этот очень странный предмет. Он почти на всех фотографиях, где Ленин в рабочем кабинете. Посмотрите, рядом с чернильницей. Вот он же. Такой же, да. Да. Значит, я хочу вам сказать, что это такое. Это напоминает турбини корпус в том виде, в котором он являет собой наркотические свойства. Дальше. То есть возникает мысль, что Ленин не зря держался на столе. Да, то есть это что-то... Наркотические свойства. Нет, не наркотические свойства. Это какая-то модель чего-то, о чем мы еще пока не знаем. И о чем я расскажу чуть дальше. Дальше. Я... Читая огромную переписку Владимира Ильича, гигантскую совершенно, с разными людьми, однажды я наткнулся на фразу из письма Ленина Плеханову. Фраза звучит так. «Вчера объелся грибов, чувствовал себя изумительно». Понимаете, в чем тут дело? Дело в том, что у Кастанеды, помимо кактуса, еще функционируют постоянные грибы. Грибы, специальные грибы, которые обладают теми же самыми свойствами, которыми обладает Лафофора Вильямсами. То есть перед его взором начинают проноситься гигантские сцены, сцены величия, сцены революции, сцены всего. Понимаете? И у меня тогда уже зародилось подозрение, что Ленин уже видел до этого Октябрьскую революцию. Значит, я хочу вам рассказать, вообще грибы – одна из самых загадочных вещей, и не зря вся мифология, она всегда изобилует огромным количеством упоминаний, ссылок на грибы, их символическое значение, и разные трактовки, что такое грибы. Ведь в мифологии до сих пор еще в то время, особенно сейчас... Ну, гриб же таинственный, это не растение, до сих пор не животное. Споры о том, что чем является гриб, является ли он растением и является ли он животным, понимаете, потому что существовали разные трактовки. Например, мы смотрим трактовку... Топорова, которая опубликована «Мифов народах мира» в первом томе, где он, ссылаясь на кетский миф, говорит о том, что грибы – это захеревшие в лесу фалосы. Но я не могу согласиться с такой трактовкой.
Это, по-моему, совершенно из другой области. Но в том, что грибы – это загадочная вещь, это несомненно. Свойство мухомора состоит в том, что если его начинать принимать, если его долго принимать, то человек потихонечку, личность человека потихонечку вытесняется личностью мухомора. Мухомор тоже обладает личностью, а внутри одной персоны не может существовать две личности. И уже доказано, что личность мухомора гораздо сильнее личности человека. То есть человек, который с детства принимает грибы, мухоморы, то они потихонечку становятся его собственной сутью и вытесняют в него собственную личность. То есть человек потихонечку превращается в гриб. И в радиоволну. И, соответственно, в радиоволну. То есть человек становится и грибом, и радиоволной в едином облике. Понимаете? И сейчас я вам скажу то, что самое главное, к чему я все это веду. О том, что у меня есть совершенно неопровержимые доказательства, что вся Октябрьская революция делалась людьми, которые много лет употребляли соответствующие грибы. И грибы в процессе того, как они были потребляемы этими людьми, вытесняли в этих людях их личность, и люди становились грибами. То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Я люблю собирать грибы, люблю их чистить, люблю готовить и люблю есть. Сейчас я вам покажу вещь, которая меня сначала, ну, просто вела в состояние шока. Это что-то невероятное. Сейчас я вам продемонстрирую одну из схем, и вы поймете, насколько важно. Вот посмотрите, это броневик, хорошо нам известный броневик, на котором Владимир Ильич выступал. Это разрез броневика, это его внутренняя часть. А теперь обратите внимание, это мухомор, а это грибница. Обратите внимание, что грибница и броневик в срезе своем практически идентичны. Обратите внимание, практически все построено по очень похоже принципу. Даже дверь есть. Но не дверь, это какие-то определенные поры, соответствующие, находящиеся в грибнице, которые содержат влагу и содержат выжимку из тех полезных ископаемых, которые необходимы для питания мухомора. Понимаете? Совершенно одно и то же. Я могу даже на основании этого предположить, что у нас нет верхушки. Верхушка – это, собственно, Владимир Ильич. Вот. Идентификация Владимира Ильича и мухомора. Дальше. Другие факты. До сих пор все исследователи не могли прийти к единому мнению по поводу псевдонима, который взял себе Владимир Ильич – Ленин. Понимаете? Потому что существует несколько точек зрения. Почему он взял себе такой загадочный псевдоним? От реки Лена, кажется, да? Что? От реки Лена. От реки Лена. Ну, там очень много. Ленские события, все что угодно. Я могу совершенно точно сказать, если прочитать имя Ленин справа налево, получится слово Нинел, а точнее Нинель. Понимаете? Нет. Нет? Дело в том, что, я думаю, вы знаете, что просто Нинель – это знаменитое французское блюдо, приготовленное из грибов. Из грибов, приготовленных особым способом. Что-то это такое, Нинель. Да. Понимаете, дальше, смотрите. Вспомните замечательную фразу, которую Ленин говорил, слушая пассионату. «Божественная нечеловеческая музыка». Само по себе это уже говорит о каком-то особом восприятии музыки. Божественная нечеловеческая музыка. И если еще попринять во внимание, что ее написал Бетховен, а Бетховен, как вам известно, переводится как «грибной дух», «бет», «грибной ховен дух», то тогда тоже возникает определенная связь. Понимаете, все укладывается. Дальше. Я хочу вам предложить знаменитый рассказ Хармса, который тоже, в общем-то, взят не с потолка. Вот, пожалуйста. Короткий рассказ, который тоже практически подтверждает то, что я вам говорил. Ленин в детстве очень любил грибы. Бывало, наберет полную корзину, почистит, отварит, ест, да столько съедал, что и Пушкин не смог столько съесть. Но больше всего Ленин любил мухоморы, большие, красные. Как увидит, так сразу блеск в глазах, весь сам не свой. Вот, пожалуйста, рассказ Хармса. Вернемся к нашему Аксакову. Дневник грибника. Когда заходишь в сосновый бор, лучше всего собирать грибы не торопясь, а вдумчиво. Сделать один шаг вперед, осмотреться и сделать два шага назад. Вам это ничего не напоминает? Напоминает. Что? Шаг это вперед, знаменитая два назад. Абсолютно верно. Это знаменитая работа Ленина «Шаг вперед, два шага назад». Переворачиваем всего-навсего один лист. Пожалуйста, смотрите. Лучше маленький гриб, но хороший. Лучше меньше, да лучше. Как вам такая фраза? То есть Ленин хорошо, эта книга, точно такая же книга, находится в библиотеке Ленина, как и множество книг, которые как-то связаны с грибами. То есть какие-то сведения, Ленин очень интересовался этим вопросом, и если внимательно посмотреть библиотеку, мы найдем там массу замечательных книг. Дальше, возьмем, сейчас уберу Аксакова, одну минутку, возьмем такую фотографию, посмотрите.
Вот Ленин с группой товарищей. Смотрите внимательно. Вы кое-кого здесь узнаете, но кое-кого вы не знаете. Обратите внимание, что если мы построим определенный... Сейчас, одну секундочку. Будьте добры, через полчаса, пожалуйста. Обратите внимание, что если мы построим структуру, возьмем Ильич как за верхушку, и построим 5 точек. Это верхняя точка. Вторая, третья, четвертая, пятая. 5 точек. И если мы соединяем их в единое целое, то что у нас получается? У нас получается звезда. Звезда с вытянутой... Нет, не звезда Давида, пятиконечная звезда, вытянутая с одним вытянутым звеном. Точно такая же, как находится практически на всех мексиканских храмах. Обратимся теперь, опять же, к документальным свидетельствам. Вот я сделал выписку из письма Клары Цеткин Розе Люксембург. Вчера был Володя, очень торопился, просил что-нибудь быстро перекусить. Особенно хотел грибов. Как вам это нравится? С этой передачи, можно сказать, для меня началась, так сказать, я вдруг почувствовал, что жизнь поменялась. Потому что вот эта вот замечательная трепотня, вот эта, во-первых, на которую я купился сначала, потому что как нормальный советский человек, привыкший доверять, так сказать, серьезным разговорам, он еще замечательно актерски это тогда делал, потому что это абсолютная была покупка, так сказать, я всегда... Каждый из нас считает себя как бы не дураком и отличает вот как бы меру наколки, так сказать. И, ну, когда тебе дурят мозги, или когда, тем более Ленин, как-то, ну, как-то тогда еще все это было достаточно определенно всерьез, и так, в общем, допускать такие, значит, вот шутки по поводу, значит, вождя, как-то тогда все-таки это еще было не в ходу, да? В общем, когда я понял, что меня обманули, что я вот, так сказать, заглотал наживку, и меня это поразило. Потом этот долгий раскол, потом, вот эта потеря серьеза в кадре. Потом мне показалось, что вы уже стали немножечко, так сказать, здесь подыгрывать, я не знаю. Но поначалу, вот, когда это произошло, вот, это меня тоже совершенно поразило, потому что это был, для меня это был, так сказать, тоже какой-то новый телевизионный прием, вот, который обнаружит эту замечательную, так сказать, телевизионную кухню, вот когда вдруг есть потеря серьеза, когда уже перебор вранья состоялся. Это было очень здорово. Он мне запомнился тогда, я до этого не знал его совсем. Потом, с тех пор, я его стал как бы ловить на экране, вообще что-то про него пытаться узнать. Он меня как-то запомнился, потому что он человеком, так сказать, был очень обаятельным каким-то, и вот я с удивлением узнал, что он композитор, я ничего не знал. Так сказать, я так про него много и не знал. Я потом его видел пару раз только где-то в Доме искусств в Ленинграде, в Петербурге. Значит. Он для меня, как сказать, вот, он для меня один из людей, с которых у меня началось ощущение новой эпохи в нашей отечественной жизни. Когда я увидел, что так можно, и это происходит талантливо, и как вообще замечательно можно посмеяться, оказывается, над тем, что нам кажется незыблемым и невозможным, так сказать, быть осмеянным, и заодно над всеми нами. Это поразит. Вот это замечательное было ощущение какого-то воздуха свободы, который вдруг вот пошел с экрана. Эти мистификации он довел до такого совершенства актерского исполнения, что ему не поверить было невозможно. Хотя я понимал, что это чушь собачья. Но я думаю, что нужно позвонить. Может быть, действительно, они что-то раскопали. Были только факты переведены. Да-да. Это было... Это ощущение было, присутствовало. Факты, ничего кроме фактов. Про Ленина, когда про грибочки, это же... Кстати, я поверила. И вы тоже? Я поверила, я подумала. Но мы приводили только факты, с другой стороны. Ну, поэтому я и поверила. Это было грандиозно просто. Я потом всем говорила, вы слышали, вы смотрели. А потом, когда я поняла, что меня так надули, я была страшно довольна. И очень редко такое чувство испытываю, что мне нравилось, когда меня вот так надувает. Надули. Передача Сергея Шолохова и Сергея Курюхина под названием «Ленин гриб», конечно, была просто разорвавшейся бомбой. И нет, это даже слабо сказано. Дело в том, что к этому моменту страна находилась фактически в тупике, в идеологическом тупике.
Потому что одно закончилось, другое еще точно не началось, наступило некое безвременье, и было совершенно непонятно, что делать с некими сакральными неприкасаемыми фигурами, главный из которых был, конечно, Ленин. И это была проблема, которая висела над страной, тяжелейшим грузом лежала на плечах ее, так сказать, жителей. И вдруг по телевидению выходит передача, в которой со всей убедительностью, с невероятной яркостью и с такой как визуальной, так и интеллектуальной мощью говорится о том, что это вообще не проблема, что Ленин просто был грибом. Это доказывается, и через вот эту, это даже не шутка, а через вот этот психоделический курбет какой-то, на который был способен только Сергей Анатольевич с его, так сказать, неуемным воображением, вдруг со всей страны снимается эта проблема. И люди просто... И просто как будто рассеялся туман. Было такое впечатление, что после этой передачи просто стало легко дышать. Просто все те каналы, которые были пережаты везде вот этим вот идеологическим прессом, что это все, все эти оковы, они просто пали. И просто все вздохнули свободно. Просто все потекло вообще как полноводная река. Ну, конечно, это было много уровней этого скандала, было много уровней этого открытия, было много уровней попыток осознания этого всего и в прессе, которая еще отчасти была коммунистической и утверждала, что нет, все-таки Ленин грибом не был на полном серьезе, что, конечно, еще больше добавляло психоделии во всю эту ситуацию, но главное, что со стороны была снята тяжелейшая проблема. И это просто, ну вот за одно это можно, так сказать, тем людям, которые создавали эту передачу, просто памятники ставить еще при жизни. Тихо, нормально, я весь внимание. Это тоже войдет все, давай. Конечно. Вот грибы. Тихо. Вот грибы все-таки переходят в новое качество. Да, несомненно. Становятся людьми. Да. А вот, а люди становятся грибами. Да, все верно. Но став, принцип Бога человечества. Став грибами, да. Сохраняют ли они это вожделение к грибам же? Конечно, конечно. Как же? Конечно, сохраняют вожделение к грибам. Вот, например, ты обращал когда-нибудь внимание на герб Советского Союза? Дальше, серп и молот. Совершенно однозначная вещь. Серп – это гриб, а молот – это приспособление, наоборот. Молот – это гриб. Я помогу выйти вам из этого затруднительного положения, в котором вы оказались. Я не мог оказаться в затруднительном положении. Путаницы серпа с молотом. Дело в том, что я видел эскизы этого памятника. Мухиной, да. Какого памятника? Какого? Я имею в виду рабочего и колхозника. Подожди, я сейчас не могу. Нет, смотри. Подожди, мужчина. Так вот. Смерть – это и есть смерть, это конец жизни. Есть конец жизни одного человека, который прожил по-своему. Не взрывно, не взрывоопасно. А другой прожил жизнь, как бы оставив след в ней, вот свой. Вот Сережа, он оставил свой след. И я не знаю, мне кажется, что... И смерть такого человека уже не может быть, а просто обычная. Нет, это уже какой-то символ. Обязательно, и ведь такая болезнь очень необычайно редкая. Когда вот соприкасалась с врачами, с профессорой, обсуждали мы, так сказать, эту болячку, они говорят, это редчайшая болезнь, редчайшая. Потому что сердце и так болит, но чтобы оно вот так... Рак сердца такого не бывает. Как отметина, понимаете, просто какая-то отметина именно на неординарности этого человека.
неожиданный гость был на нашей земле такой. И действительно знаковая фигура. Знаковая фигура, я рад, предположим, что, повторяю, что в этом поколении есть Курехин, есть звезды. И, ну, я не хочу вам говорить комплименты, но есть действительно элита, которая, неважно откуда пришла, важно, кем она стала.